Продолжаем выпуск. Элита спасательных сил Узбекистана теперь будет готовиться в качественно новых условиях. И важное место в этом процессе отведено начальному звену подготовки кадров. Так, в Шахрезабсе открыт военно-академический лицей. Тимурбек Ляр, Мактабы. О целях и задачах нового учебного заведения в специальном репортаже Мурада Садыкова. В Шахрисабсе на площади Аксарай состоялась торжественная церемония открытия военно-академического лицея Тимурбек Ляр Мактабы. Все началось с выступления руководителей министерства и корифеи воинской службы. Глава МЧС подробно рассказал собравшимся о задачах, которые поставил верховный главнокомандующий на заседании Совета безопасности 12 января. Деятельности Тимурбек Ляр Мактабы было уделено особое внимание. Сах Куран, Амр Темир Бабамызнинг. Как отметил глава нашего государства, в уложении Тимура сказано, что войско необходимо формировать из сильных, интеллектуальных молодых людей, умеющих искусно обращаться с оружием. Эти слова должны быть написаны не только на стенах лицея, но и в первую очередь в сердцах всех командиров, генералов и офицеров. Айтып өттілар. Шыныңдек ұшпы сөзларыны харби білім үтларыға ең көзге көрінедіген жойларыға язып қойш керекілігіні тактыладылар. Жизненный путь великого полководца Амира Тимура глубоко изучал народный писатель Узбекистана, автор выдающегося произведения «Улух Салтанат» Мухаммад Али. Мухтарам президентіміз Тимурбек Ляр Мактабын ташкил қылшағыда кәпіргенлерді Когда президент Шавкат Мирзиёев сказал об открытии школ Тимурбек Ляр Мактабы, все мы встали со своих мест. Это произвело на нас большое впечатление. И вот сегодня я очень радуюсь тому, что присутствую в Шахрисабсе на открытии этого учебного заведения, которое функционирует в составе МЧС. У меня душа радуется, глядя на этих способных, талантливых, крепких, отважных, юных тимурбековцев, которые сегодня зачислены на учебу. Уверен, они будут достойными последователями нашего великого полководца. Генералы своим личным примером вдохновили молодежь на добросовестную и самоотверженную службу. Вот, к примеру, какой должна быть настоящая офицерская выправка, юному тимурбековцу с отеческой заботой подсказывает генерал-полковник МЧС Кабул Бердиев. Официальная часть продолжилась уже на территории самого учебного заведения. Трогательный момент. Дважды кавалер Красной Звезды и других боевых наград генерал Косым Али Ахмедов и герой Узбекистана Мухаббат Шарапова разрезают символическую ленточку. Военно-академический лицей Тимурбек Ляр Мактабы открыт. Вот так. Элита спасательных сил Узбекистана отныне будет готовиться, что называется, со школьной скамьи. Положено начало принципиально новой системе подготовки кадров для службы в рядах МЧС. Ее важным звеном является создание в составе ведомства такого специального учебного заведения. Генералы в душевной обстановке побеседовали с тимурбековцами, рассказав молодым людям о своей биографии, тем самым личным примером вдохновляя ребят. То, что военно-академический лицей Тимурбек Ляр Мактабы создан на родине великого полководца, налагает двойную ответственность на здешних учеников. И это то, чем особенно гордятся будущие спасатели. О подвигах великого Сахиб Кирана в неформальной обстановке рассказал уже упомянутый высший писатель, тимуровед Мухаммад Али. Трапеза в компании генералов. За обеденным столом корифеи воинской службы поделились с юными тимурбековцами историями из своей армейской биографии. По словам ребят, этот обед с легендарными генералами им запомнится на всю жизнь.
Грамотность, целеустремленность, хорошая физподготовка – это те основные критерии, по которым отбирались новобранцы. Первый набор – это около 100 юношей, выпускники 9 классов от Ташкента до Нукуса. По словам экспертов, такой подход обобщил в себе самый передовой международный опыт, который имеет множество преимуществ. Во-первых, двухгодичное обучение с воинским уклоном позволяет провести селекцию, тем самым выявив ребят, склонных к этой профессии. Во-вторых, выпускники Тимурбекляр Мактабы при поступлении в ВУЗ уже будут обладать первыми азами этого дела, а главное – пониманием сути благородного призвания. Ну и в-третьих, воспитанник учебного заведения будет иметь льготы. При сдаче экзаменов в гражданский ВУЗ ему прибавят 15 баллов, а в военный приплюсуют 30. Кстати, на конкурсной основе отбирали не только школьников, но и преподавателей. Так, на работу приглашены самые квалифицированные педагоги, многие из которых имеют государственные награды. Разумеется, кроме традиционных предметов школьной программы, тимурбековцы осваивают и специальные дисциплины, а весь процесс проходит в отличных условиях. Здесь есть все, начиная от лингофонного кабинета до информационно-ресурсного центра с доступом в интернет. Они совсем юны, но уже разбираются в тонкостях искусства бахши. Он здесь частый гость, которого всегда ждут с радостью. Некоторые из ребят сами одарены музыкальным слухом и нередко проводят досуг за инструментом. Да, открытие военно-академического лицея Тимурбекляр Мактабы оказалось событием городской значимости. На его празднование, кажется, собрался весь Шахрисабз. Выставка спецтехники, показательные выступления спасателей МЧС – это то, что завораживало каждого мальчишку. От умения спасать до умения танцевать вальс. Вот таких всесторонне развитых и благородных ребят призвано готовить новое учебное заведение.